Постучали зубками. Следующее. Лопаточка. Как мы делаем с руками? Камушки на место положи, Артем. С руками. Что с руками происходит? Рука на руку. Нет. Не так. Вспомнил? Пя-пя-пя. Расслабились. Иголочка. Палец. Расслабились. Лопаточка. Язык лежит, не бегает никуда. Иголочка. Лопаточка. Молодец. Чашечка. Попьем чайку. Еще. Мама слева. Напои ее чаем. Так, 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 так. Молодец. Пьем. Папа справа. Напои его чаем. Конечно. А у нас только две стороны. Еще их вверх и вниз есть. Пьем. Немножечко опрокинул, да? Грибочек. Грибочек, давай. Каждый день делать грибочек. Смотри, какие сложности для тебя. Ну-ка, нижнюю челюсть пониже опусти. Давай, 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 давай. Молодец. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. А что там с зубами с коренными? Пломбы стоят, да? Нет, с коренными зубами в нижняя челюсть. Что там у тебя? Ну-ка, открой-ка. А, это пломбы стоят. Ну, отлично. Следующее. Чашечка. Еще разок чашечку возьмем. Грибочек. Чашечка. Грибочек. Чашечка. За зубки положили ее. Как я. Ага. Гудим. Зевни, зевни. Л-а. Л-о. Л-у. Л-э. У тебя вот здесь вот побаливает немножечко? Когда ты л делаешь. Побаливает? Должно побаливать. Значит, ты правильно делаешь. Мышцы растягиваются. Молодец, отлично. Гармошку сделали. Сделали гармошку? Так, реши задачу. В офис вошли 10 человек. У них было сколько носов? 10. Так. Вдруг из другого офиса пришли еще 5 человек. У них сколько было носов? Посчитай, сколько всего носов. 15. 15. Давай 15 раз сделаем гармошку. Только качественно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Молодец. Сколько раз я повторила цифры? 2 раза. Какие? 12, 2, 1, 10, 10. Молодец, отлично. Внимание у тебя было правильное. Так, конфетку сделаем. Вкусное варенье. Забросили язык на верхнюю губу. Молодец, еще. Маляр. Кончиком языка. Кончиком языка проходим по всему потолку. Давай, зевай. Кислорода, чтобы больше было. Хорошо, почистили зубки. И нижние зубки почистили. Молодец, лошаденька. Свинка. Индюк. Быстрее, быстрее. Бешеная пчелка. Катушка. Угу. Трубочка. Катушка. Трубочка. Часики.
Качели. Молодец. Поехали на корабле. Зажали кончик языка. Молодец, Артём. Здорово. Еще. Сколько раз сможешь на одном дыхании? Давай, пробуем. Все. Что, три и два, да, приблизительно? Или 3,5 не дотянул немножечко? Ну, молодец, здорово. Так, пожалуйста, поднимем язычок на верхние зубы в форме чашки. Помнишь, упражнение было какое? Нет. Видишь, он может звучать даже. Потому что он сонорный, этот звук. Ла-ла-ла. Ло-ло-ло. 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 Куда? Ло-ло-ло. Ло-ло-ло. Объемно. Рот открываем. Ле-ле-ле. Ла-ла-ла. Рот открываем. Ла-ла-ла. 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 Ты на одной ноте сидишь. Ла-ла-ла, ле-ле-ле. А я спускаюсь вниз. Ле-ле-ле. Ла-ла-ла. Да, сразу спускаемся. Ле-ле-ле, ла-ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла-ла. Молодец. А, читаем вот эти слоги. В прошлый раз не прочитали. Ал. Ал, ал. Умница. Ол, ол, ол. Здорово. Ул, ул, ул. Не смягчай, все время твердый. Ул. Трудись. Ул. Чтобы ул. Тебя вот здесь побаливало. Ул, ул, ул. Правильно. Ил, ил, ил. Молодец. Эл, эл, эл. Правильно. Дальше. Вот это? Конечно, да. Ал, ол, ал. Здорово. Ул, ал, о, ул. 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 Уже становится привычным, да? Ул. Здорово поднимается язык, да? Поехали дальше. Умница. Ил, ал, ил. Ага, я вот этого ил. Боялась, что ты иль скажешь. Потому что вот это и, она провоцирует на мягкость. А ты молодец, правильно делаешь. Дальше. Ул, ал, ол. Здорово. Да, ну не засыпай. Алла. Нет, смягчил. Алла. Алла, алла, алла. Оло, оло. Понимай ло. Язык, трудись. Улло, а то между зубов он у тебя проходит. Улло, улло, улло. Здорово. Улло, улло, улло. Кстати, такое вот есть имя. Улло. Улло. Представляешь, да? Элле. Элле, элле, элле. Заворачивай прямо наверх. Элле. Элле. Смотри, что я делаю. Элле. Ага. Элле, элле. Элле, элле. Дальше. Илы, илы, илы. Илы, илы. Не, не и. Илы. Илы, илы. Илы. Сложно произносить, правда? Илы. Так.
Это можем повторить, только быстренько. Не закладываем камушки. Лак. Еще раз. Лапа. Тихо. Лак. Это ак. Лак. Это лак, да. Дальше. Лапа. Так, хорошо. Это лаптик. Прочитал? Дальше. Лаптик. Дальше. Лавка. Здорово. Это надо знать прямо от зубов, чтобы отскакивало. Это со спортом связано. Все, что связано со спортом, надо все знать. Гантели, гири, маты, что еще? Скакалки, обручи, мячи. Все это знать надо. Ласты. 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 За зубами. Ласты. 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 Еще. Ласты. Еще. Ласты. Смотри, какой он это. Непослушный, да? Пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. Д-д-д-д-д-д-д. Ласты. Ласты. Так, это? Ландыш. Когда он расцветает? Вот поедете вы когда в лес в мае? Вот на майские праздники съездите, и вы увидите, как там ландыш расцвели. Это необычайной красоты. Можно их с собой взять, даже в горшок посадить дома. У меня в мае экзамен. Где? По айкидо. По айкидо?